Она у меня спросила, который час? Без пяти. Алло, да, Пупсин, хорошо, сейчас. Ты куда? Мне к Пупсину надо. Ну ладно, иди. Куда это ему в такую ночь к Пупсину надо было? Куда же Шершуля пошел? Здравствуй, Вупсин. Слушай, привет, Бабаков. Слушай, Вупсин, а ты не видел Шершулю? Ты не знаешь, что вот они там делают? Ты не знаешь, что они там делают? Нет. Вупсин, смотри. Я свой жрец. Вы что делаете? Это не мы. Вупсин, ты... Это не... Ёбаный насос. Капочка, ты не так подумала. Ты чё, гей? Ты! Вупсин, ты чё мне изменял? Вупсин, это всё не так. Понимаешь, Шершуля, ты... Как ты мог? Ты генерал. Ты женат на мне уже 40 лет. А ты всё это время был гей. Прости, Вупсин. Ты не так подумала, Капочка. Я тебе травы принёс тут. Водись, а ты... Понимаешь, Шершуля, ты попадешь под следствие, потому что вот кто из вас решил сделать всю эту инициативу, а? Кто из вас первый? Это он. Нет, ты! Шершуля! Ты. Шершуля, если это ты, ты на 8 лет сядешь, ты изнасиловал мальчика. Это все он начинал. Это все она! Такс, у меня только одна идея. Вупсин, пойдем со мной. Ну что, голубки, знаете, что я для вас приготовила? Что? Я так поняла, вы гомосеки. Отправляйтесь! В смысле? Тоните и трахайтесь. Ну что, голубки, знаете, что я для вас приготовила? Что? Я так поняла, вы гомосеки. Отправляйтесь! В смысле? Тоните и трахайтесь. Ну что, ебитесь там, голубки ёбаные. А ты чего разлёгся? Загораю. Я знаю, что ты удивила, какая-нибудь. Ну, а потом поебались. 30 лайков, и скоро будет новая серия. Всем пока! Долбоёбы, бля.